Надежда Николаевна, волонтер к вам с продуктами. В квартиру не заходят, ящик с продуктами ставят у двери. Популярная сегодня бесконтактная доставка в действии. Хозяин, кому полагается безвозмездная гуманитарная помощь, самостоятельно забирает продукты домой. В коробке гречневая крупа, мука, масло, чай, печенье, сгущенное молоко. Этого должно хватить на неделю самоизоляции. Мы раздаем наборы продуктовые за счет средств округа, за счет средств губернатора жителям не только старшего возраста, старше пенсионерам, но и молодым семьям, имеющие статус многодетных, то есть трех и более детей. В наборах для семей с детьми, помимо долгохранящихся продуктов, есть и свежие овощи. Кроме того, тем, кому это необходимо, на дом волонтеры приносят и лекарства. За своим здоровьем добровольцы, кстати, тоже следят пристально. Перед выходом по адресу мы проходим скрининг температуры, дезинфицируем руки и надеваем маски. Тех, кому нужна помощь в доставке продуктов или медикаментов, власти призывают обращаться на горячую линию администрации городского округа Химки. За день добровольцам удается откликнуться на просьбы более 30 человек. Спасибо за заботу, спасибо за гостинцы. Нина Бережная, Николай Забродин, новости Химки ТВ.